Це два друга. Вони влюблені друг друга, я думаю. Малыш маленький. Этот парень тоже неплохо загорел. Вот. Ему стало хорошо. Он поет песню Боба Марли. Вот эта пожарная машина постоянно курсирует здесь между домов. Ее сирену мы слышим каждый день, по нескольку раз в день и по нескольку раз в ночь. Здесь она желтого цвета. Поклонников водных видов спорта, таких вот как катание на доске, серфинг. Но молодежь, но есть и люди постарше. С заходом солнца жизнь в городе только начинается. Вот и снова сирена. Но в данном случае скорая помощь идет. Фильм «Лило и Стич». Там девочка. Вот. Вот она подросла. Люди серии все свое ношу с собой. Вот как этот персонаж. Полный комплект. Полная боевая выкладка. Очень много татуированных людей. Татуировки носят буквально почти все. Вот такие вот татуировки. Не качка, но волны. И на волнах ребята. Ребята ждут волну. Ждут волну с
океана. Передвигается кто как может, вот один вот едет на тележке. С другом. Внук Маугли идет. Тут я заметил, что в Гонолулу, во всяком случае, много машин из Германии. Мерседес, например. Вот. И из Японии очень много машин. Из Америки не так много машин. В основном европейских машин много. Девочки-двойняшки. Солнце заходит. Закат солнца в Гонолулу. Декабрь месяц. 27 декабря. Yeah.